Что такое рай, да? Что такое рай? Рай — это там бесконечное вино, божественное вино, бесконечное молоко, бесконечный мед и бесконечно свежая вода. И пахнет хной, мускусом и базиликом. Вот это и есть рай. Вот это и есть рай. Наверное, это наш рай. Ну, вообще, как любой нормальный пророк, что делают нормальные пророки? Назидают, наставляют, утешают. Утешение, наставление, назидание. Утешение, наставление, назидание. Утешение, наставление, назидание. Утешение, наставление, назидание. Есть утешение, наставление, назидание. Утешение, наставление, назидание. Вера, любовь и надежда. Создается вера, создается любовь. Людям дают любовь, надежду, да? Излечит людей от чего? От болезни и немощи. Болезни и немощи. То есть получается, что утешаю, назидаю, наставляю. Утешение, назидание, наставление. Вот, поняли? Вот так рождается воплощение идеи. Типа жизнь. Воплощение идеи, понимаешь? Это все в мире воплощение идей. Потому что человек говорит, воплотите вот идею. У нас есть такая идея, воплотите нашу идею там, или воплотите эту идею. То есть все является воплощением идей в реальности. Поняли? Потому что это все можно создать, понимаете? Нужно изобилие, да? Что такое изобилие? Изобилие — это когда много, когда этого изобилия, да? А сейчас что происходит? Изобилие добра или изобилие любви, либо изобилие мудрости, да? Что такое изобилие? Изобилие — это когда у людей изобилие, да, допустим. Изобилие знаний, изобилие счастья, изобилие добра, изобилие любви, изобилие знаний, изобилие информации, изобилие пользы, да. То есть, как бы, что значит приносить людям пользу? Значит, делать людей либо добрее, умнее, сильнее, интеллигентнее, культурнее. Ну, типа, это все изобилие. Всем спасибо. Христос воскрес, воистину воскрес. Мысли вслух.